что? Вот это. Вторая? Нет, второй нет. Много, видите, одиночных. Какая-то египетская тема. Это надо брать. Чего-то. Пара. Вот. Это мексиканское серебро. Нет, мне кажется, там натуральные камни здесь стоят. Может быть, как правило. Пару берем, да? Угу. Если пара есть, мы берем. Второй, да. Интересно. Много одиночных. Вот это хорошенькие такие. Такой нет. Главное, беспарная. Еще с клеймом таким интересным. Да. Ну, сям, скорее всего, сям. Смотри, какая шкатулочка. Таблетница или нет? Ага. И это похоже на что? На экспертный Китай? Да. Похоже. Милая. Где? Где взять? Это браслет с марказитами. Серебряные все браслеты. Вот это красивое что-то. Так, я закрыла. Тоже хорошенький. Взять его?
Не. Замок интересный, коробочка. Не потерять еще за эти security замочки. Вот смотри еще. Что ж тут написано-то? Чай на 925. Ну это фигло, да. Не хочешь? Нет. Что это? Тоже браслет. Браслетик? Ну, по-моему, не серебряный. И современный, может быть, даже. Вот кольцо. Колечко. Тоже еще два браслета серебряных, симпатичных. Мексиканская. Я думаю, да. Помнишь, когда-то мы были в Мексике, и Оля, дочка, захотела наш браслет серебряный с ониксом. Так мы заплатили тогда $90. Браслет. Его надо показать, кстати. Да, надо показать. Он красивый. Угу. Что, надпись какая-то? Насарапов тут. Тут тоже браслет. Колончик. Вот. Вот это брошь. Вот это мы берем. Несколько колокольчиков-то. Вот это мы берем. Что? Окей. Вот тоже. Морская тема. Дельфины, рыбки. Смотри, тугол этот. Костыль. Тунул. Вот еще серебряный. Мне он не очень нравится. Не надо, не бери. Тоже. А ты просто показываешь, что тут есть. Да, да. Тоже что-то. Браслетик такой. Вот браслетик. О, что-то такое. Перламутр. Вот еще. Это колокольчик. Закрытый, правда. Крестик. Серебряный. Интересно. Серебряный. Да, серебряный. Филигранный. Очень интересно. Так. Если мы тут ничего не нашли пары, давай назад. Сейчас. Да, тут посмотрим еще. А, еще. Да, кулечек. Это тоже какое-то колье. Вот это что-то красивое. Красивая колье, старенькая. Да? Кажется, это бирюза, серебро, бирюза и этот вот. Есть тут клеймо или нет, я не знаю. Угу. Филигран. Филигран, да. Красивое. Посмотри, есть там что-то.
Так, сейчас посмотрим. Ой, какая прелесть. Брошь. Серебро. Так. Услик. Все, прикольно. Это тоже прикольно. Да. Симпатичный очень. Какой-то натуральный камень. Брать услика? Да, конечно. И вот это надо взять. О, еще, смотри. Еще один. Тоже брошь. Услик? Угу. И еще тут еще. Вау. Вот это выбери. Конек-горбунек какой-то прям. Ты посмотри, Мишаня. Мишенька. Ты посмотри, какая брошь. Ой, мамочки. Я в полном восторге. Это красивая была, действительно. Да. А вот стрекоза. Тоже брошь. Миш, посмотри. Брошь стрекоза. Сейчас. Мне эмоции переполняют. Эмоции переполняют. Нас переполнят эмоции, когда платить надо будет. Вот это да. Брать ее? Да, конечно. Да, вот, по-моему, клеймо есть. Ну, как можно мне оставить такое? Вот смотри. I know you're having fun, huh? Yeah. Thank you. You're cooking another deal, Loba. Sterling said. Ты нашла крестик? Красиво. Мне кажется, что это гранаты, морковиты. Очень красиво. Серебряный. Очень красиво, да. Кулон, крестик. Возьмем вот это? Это? Угу. Не знаю, Ленечка. Я тоже не знаю. Давай не будем. Угу. Потом нам, правда, выставить. Что мы не взяли? Мы взяли, да? Ну, вот это мы взяли. Да. Шикарный браслет. А вот, смотри, какой красивый. Мне кажется, это для ключей, что ли. Ну, красивущее какое-то, посмотри. Я не уверена, что мы это возьмем. Тоже что-то египетское. Угу. Это брелок. Да. Я же говорю, для ключей. Тут и туркумены, и какие-то на колесницах. Ну, я не знаю. Что взять? Это, по-моему, даже серебро. Да, оно серебряное. Какой-то есть оттиск, но я не могу его разобрать. Ну, вещь очень красивая. Не знаю, насколько она старенькая, но красивая. Тут еще. Ага. Давай подумаем еще, брать или не брать это. Ой, смотри, какой кот. Кот. Ага. Брошь. Ой. Ой, вот котенька. Это надо брать. Ты посмотри, Мишаня, мне кажется, это этот экспертный стань. Похож, да? Угу. Угу. Очень старенькие бусы. Ну, видно, что старенькие. И, по-моему, это уточка. Серебро. Да, уточка. Ты думаешь, что можно серебро? Мне кажется, да. Вот эти точно. Замок, крючок.
нигде не пишется, что это серебро. Мне вот почему-то оно, вот эта вот часть, вот серебряная. Напоминает серебро. Может быть. Вот тоже брюшечка, но мы ее брать не будем, у нас много. Плетение интересное. Смотри, это этот. Там. Печатная машинка. Угу. А, касса. Старинная касса. Ух ты, а это лама. Брошечка. Кто это сделал? Там есть клеймо? Есть. Надо изучать более. С увеличительным стеклом. Лупой. Есть маркировка. О, у нас такой телефон есть, брошь. Помнишь, мы показывали? Серебро. Стерлинг. Ну, прикольная такая. Ради, как говорится, интересной темы можно взять. Старинный телефон. И ослик. Это лама. Лама. Прелесть какая. Подвесочка такая серебряная. Вилочка такая. Да, подвесочка. Вот и вот две броши. Серебряные. Тоже кулончик такой серебряный. Как старинное радио. А вот еще одна лама. Где? Вот, вот. Две одинаковых? Ну, наверное, они в паре носятся. Красотки. А вот три листочка. Красивые такие. Да, да, да. Листочки красивые. Да, да. Так, надо все перебирать тщательно еще. На, вот смотри. Что-то может еще перебирать. Ух ты. Что-то. Якорь старинный. Ух ты. Кулончик. Смотри, кулончик, старинная машинка. Да? Серебряная. Даже колесо отвалилось, так скажем. Старинная машина. И вот два этих кулончика махоньких. Таких. Все. Пусто. Пусто. Все пересмотрели. Пересмотрим еще раз сейчас. Да. Все выключаю.